Всем привет, с вами Андрей Доцент, и это Five Nights at Freddy 3, неофициальная версия, фанатская. Мы продолжаем, вторая ночь, сохранения работают, здорово. Так, будем пытаться протянуть теперь вторую ночь, но я теперь, ребята, чувствую, нам так просто это сделать не дадут. Определенно не дадут. Так, как там у нас марионетка? Закрылся и смотришь влево. Но он застранец может вылететь. Так. Значит, что будем делать? Экономим энергию. Разумеется. Как только остается возможность, надо закрыть. Потому что мне настораживает все равно Фокси, который сидит там в своем укромном местечке и дожидается момента. Так, а тем временем у нас марионетка снова вышла на охоту, как по часикам, ребят, как всегда. Так, когда же будет час ночи? Когда будет час ночи? 80%, а еще даже часа нет. Ну это, ребята, это как-то не очень хорошо, я вам скажу. О, так, уже другое дело. По 20% на каждый час. И нихера. Надо уменьшить расход. Что-то я так как-то хреново подрасчитал. Да как всегда, тактика не тактика, а все равно все сводится здесь, по крайней мере, в данной игре, в третьей части, к безудержной и невероятной импровизации, так что будем адаптироваться и приспосабливаться по ходу событий. Так. Ребята вышли. У нас ребята вышли на охоту. Кстати, а может быть даже это хорошо, что здесь? Потому что под дверьми обычно заяц. Обычно заяц, а медведь, насколько я помню, с первой части, он атакует всегда справа. Что тут у вас? Почему он так часто играет, кто-нибудь мне скажет? Чё-то как-то, короче, ненормально это. Так. Заиграла музыка. Заиграла музыка, и ребята двигаются к нам. Так, я предлагаю вот что сделать. Как только появятся признаки марионетки, закрываем одну дверь и сидим. Причем, заметьте, дверь закрыта, но энергия... Что она есть, что ее нету, знаете ли, вообще как-то начихать. Так, он все равно здесь. Марионетка у нас все равно здесь. Ну чё, опять старинный и опробованный метод. Сидеть на жопе и ничего не делать. Зашибись. Так. Что-то как-то ты тяжело-то дышишь, однако. Так, 3 часа. 3 часа. И надо не допустить, чтобы заиграла на мониторах. Мне кажется, когда она играет на мониторах, шанс резко уменьшается. Может, надо просто не допустить... Не допустить, как говорится, вторжения. Что, мало ли? Я, кстати, еще толком даже и фонарик ни разу не использовал. Вот интересно. Смотрите, 4 часа. Охерительный геймплей, ребята, вообще. Просто здорово. Сидишь и ничего не делаешь. Как же хорошо. Какое занимательное прохождение, однако. Так. Только сейчас, если что-то неожиданное резко, если не появится,
то все пройдет вообще тихо. Я вот думаю, есть ли мне смысл закрывать дверь? Или может, если дверь закрывается, то... Черт! Тихо! Но это не серьезно. Чё-то я не пойму, как же от него избавляться? Он так появляется неожиданно. А может, не сразу одевать надо? Я вот что-то сейчас посидел, подумал, может, я в тот раз, скорее всего, не сразу одел, а подождал, пока играет. Играет и потом одел. То есть вот такой вот прикол. Давайте-ка сделаем вот так вот, ребята. Все-таки давайте сделаем вот так вот. Открываем. Блин, зря я его заглушил. Ладно, если сдохнем, еще раз послушаем. Может, что-нибудь новое будет. Что-нибудь скажет. Хотя, что он нам может сказать, ребята? Что он нам может сказать? Так, мне вот все-таки интересно. Как-то тут странно довольно какие-то системы со светом распределяется. Тут у нас кнопки. Тут у нас кнопки. И вот свет. А Control, видимо, позволяет освещать только вот здесь вот. А, ну еще он там. Кстати, что-то приоткрылась шторочка. Так. А фонарик-то быстро кончается, я вам скажу. Однако совсем быстро. Так, ну давайте, давайте. Давайте. Будем ждать. В общем, как только появится марионетка, я одеваю маску не сразу, как при первом появлении, а жду, пока он поиграет немного. Может, в такт какой-то музыки? Как-нибудь так? Ну, кстати, замечу, монстры... монстры. Ну да, по сути, монстры. Активизировались буквально с 12, я вам так скажу. Ну, с половины первого. Любопытно. Каждый раз хаотичное, скажем так, у них расписание с каждой новой попыткой. Поэтому тут не предугадаешь. Так. Так. Сиди. Никого. О. Так, 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 так. Надо не допустить того, чтобы ко мне заяц сюда попал. Так. Ага. Раз, раз. Нет. Вот так вот. Так, ну-ка еще раз. Вот так вот. Вот. Ништяк. Отлично. Но все равно, когда настанет, как говорится, час X, скажется судорога в руках. И с этим ничего не поделаешь. Пока не приноровишься. Так. А вот и марионетка. Так. А может, она вылетает из шахты? Ее надо здесь? Так. Да чтоб твою налево. Ох. Так. Ладненько, давайте-ка теперь послушаем, что нам скажет чувачок. Ведь каждую новую ночь они говорят что-то новое. Может быть, что-нибудь полезного узнаем. Все-таки. Или, как всегда, пустой трепет. Знаете что, что дверь открыта, что закрыта. Так, господи, чуть не нажал по привычке, ну-ка. Hey, glad you made it.
How's United? No worries. Never mind. Animatronics are acting up again. During the day, the CEO had the engineers work on the animatronics. Every time they act up, they look around to check on the place. Then go to assist a reboot after they're done. Also during the day, the engineers found the wiring in the animatronics messed up. Did you remember to use a mask one at a time, and only if necessary? I was just wondering. I don't want anything happening to you. The engineers also found that the animatronics get more aggressive the second time they look around. Just a heads up. Something I forgot to mention. Flash your light in the dark areas. That would be in the vent in the hall. They should not be able to go into the vents. But make sure you don't use too much of your flashlight. Doors don't seem to work very well. You know, when Foxy comes towards the office. He kind of broke the doors. I don't think the doors will work on them anymore. Короче. They're more stealth than before. So I don't think the lights will work on them either. Well, I wish you the best of luck. I'll talk to you tomorrow. Так. Короче, что он сказал? Что-то говорит, используй свой фонарик, свети, ДТП, и что-то с дверьми, короче, типа они хреново, по всей видимости, работают. Но я-то, в принципе, и сам понял, от них тут толку вообще никакого. Так. Так. Так вот. Ну, ёб твою налево, а? Ну как так, а? Ну вот затрахал он, честное слово. Не знаешь, что с ним делать. Ладно, ребята, я думаю, мы здесь с вами на этом закончим. Сделаем перерывчик. Продолжим в следующих сериях. Не забывайте подписываться, ставить лайки. С вами был Андрей Доцент. До скорых встреч, друзья. Всем пока.